Всем привет! Закончили наш объект. Произвели монтаж французской елки, инженерная доска, индивидуальный цвет. Масло было Rubio Monocoat. Покрытие матовое масло. Монтаж производили на стяжку, на силановый клей. Так как по всему периметру здесь идет теплый пол. Вот такая елочка получилась. Также будем производить монтаж плинтуса. Здесь вот так интересно обошли подоконник. Тоже из доски, в этот же цвет. Здесь выбрали четверть, вот в этом месте, и подогнали. Вот такой плинтус. Так, завершение сделали. И второй подоконник. Здесь небольшая гардеробная. Вот такой объект.